были такие картинки про детей негров, что были картинки про Христоса. Ну, неприятные картинки были, потому что в моей семье так не принято. Дарья Паутова и Юлия Схоменко – свидетели обвинения. По их словам, осенью прошлого года к ним обратились сотрудники полиции и предложили стать понятыми. Уже в отделении на экране монитора открыли аккаунт социальной сети, принадлежащей обвиняемой, где и были размещены ставшие знаменитыми мемы. В ходе сегодняшнего заседания адвокат Марии так и не смог получить ответы на вопросы, которые непосредственно касаются национальности и религии. Вы говорите о том, что верующий. Чем вы можете подтвердить, что вы верующий? Снимается вопрос. Скажите, пожалуйста, кто ваш батюшка на встрече? Снимается вопрос по необычным основаниям. Все вопросы касаемо религии, касаемо, так скажем, афроамериканцев, они все были отклонены, то есть, которые задавал свидетелям. То есть суд основывается о том, что это не относится к делу. То есть отсюда возникает вопрос, что мы здесь вообще рассматриваем. Как бы то ни было, сторона обвинения высказалась. Следующее заседание назначено на 25 сентября. Ожидается, что именно тогда защита начнет представлять доказательства невиновности Матузной. В частности, по словам адвоката, к этому времени они планируют провести новую независимую экспертизу картинок мемов, которая, надеются, докажет, что ничего предосудительного в них нет. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, «Наши новости».